Газета номер 7. 15-й год. От издателя. Что тут мы пишем? Вот я дальше продолжаю приводить цитаты известных людей. Например, Омар Хайям сказал: не удерживая то, что уходит, и не отталкивая то, что приходит, и тогда счастье само найдет тебя. Действительно, в этом заложен глубокий смысл. Благодаря нашим наработкам в прежних жизнях, благодаря нашему мыслительному процессу, а он у каждого человека свой, индивидуальный, общению, словам, мы притягиваем то, что к нам должно прийти. И мы ни в коем случае это не должны оттолкнуть, потому что мы это сами притянули, сами создали. Ну и, естественно, то, что уже отработало, ничего его удерживать, оно уже отработало, пускай на себе идет. Надо новое, на новое поступает как раз энергетика. И поэтому мы, как бы сказать, находимся в таком потоке жизни, и тогда и развиваемся, и нормально себя чувствуем. А если этого нету, то получается совершенно иначе. Мы что-то удерживаем, и жизнь получается как стоячее болото, в котором вообще неприятно жить. Так, в июне Луна рекомендует. Что тут идут? Лунный календарчик. Так, а вот, значит, познавательно-практически я здесь решил описать. От моих издателей поступило предложение написать книгу о моих собственных средствах оздоровления. Что я сделал? Делаю и для чего все это нужно? Я решил свой рассказ построить так, как будто бы рекомендую с самого раннего детства самому себе. Вот как раз моя мама, Царство Небесное, вот я, вот здесь еще сестрица нерожденная, морячек. И что бы я себе советовал? Глисты. Да, были глисты. Вот тогда это. Стоматит и кариес. Да, была вот такая вот ерунда. Сейчас-то я знаю, легко и просто с этим бороться. Ну, понимаете, вот смотрите, вот немножечко так вот. Ангины и стоматит и кариес, да? Дальше немножко о зубах. Ангины. Ну, очень легко и просто вообще от ангины было бы избавиться. Просто-напросто полоская горло там керосином. Не надо его там пить. Просто-напросто берете ложку, там окунули. Даже ну, вот этот тадикамп, это грецкий орех, настоянный на керосине. Вот сколько нацеплялось жидкости, просто чайную ложечку обрезали, даже, знаете, не саму ложку, а опускаете ручкой. Вот сколько там капель, 5. Там пускай где-то вот обрезали, этого достаточно, чтобы оно прошло сюда и уже убило всю эту ерунду, которая там у вас имеется в этих гландах, и не было бы рассадника, который дальше, живя в гландах, значит, вызывал дальше, вызывает стоматит и кариес. Как чуть что, значит, ну, человек, особенно ребенок, любит там сладенько, только раз покушал, опа, и стоматит. Вот, то есть от этого легко и просто избавиться. Но мы запускаем, и это все идет туда, внутрь, туда идет внутрь. А потом мы начинаем удивляться, что у нас там с кишечником, что это все там угнездилось, и возникают, будем говорить, какие-то папилломы на шее, какие-то там еще выросли здесь у нас, там на коже. Это говорит о том, что уже вот эта вся эта зараза бактериального уровня, она уже превратилась вот в такие разрастания, которые уже и дальше могут и онкологию вызывать, и все что угодно. Вот, все это можно было бы сделать, но никто не знал, никто не подсказал. Вот поэтому вот в этой газете 7 номер за 15 год я как раз, как бы сказал, тут себе подсказывал. Повышенное газообразование в кишечнике. Это следующее уже. Мы хихикаем, ха-ха-хаем, а-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что-то там человек там, газы у него там выделяются, дует там живот после еды. А это страшное
страшный симптом, который указывает на то, что у тебя уже изменяется микрофлора, у тебя уже перестает работать как надо твой кишечник, у тебя уже не тот иммунитет, у тебя эта зараза начинает расселяться по всему организму, понимаете? Ты ей дал своим, значит, пренебрежением к самому себе, незнанием вопросов питания, гигиены и как за собой следить, значит, шанс, чтобы она использовала твой организм для того, чтобы просто-напросто его сожрать. И в дальнейшем у кого вот это повышенное газообразование тянется годами, в конце концов возникает онкология или еще какие-то там разрастания. А он думает, а откуда это взялось? Да ты сам запустил все это дело, использовал, значит, сладкую пищу, неправильно питаясь. А это все ж можно было сделать. Как это сделать? Пожалуйста, все это описано. Далее, вот как бы сказать, я вот так вот как раз выстроил и иду. Прыщи, фурункулы, угры, сыпь и прочее шелушение на теле. Это все проявление вот того, что вы создали в своем желудочно-кишечном тракте. В основном в кишечнике, в толстом кишечнике. Все это сюда всасывается в кровь. Значит, и уже, будем говорить, вызывает вот эти прыщи там на коже, фурункулы. У меня да, были фурункулы. Вот там в детстве. Ну, простыло или еще что-то. Нет. Это не столько связано с простудой, сколько связано с тем, что вы уже свою кровь отравили через кишечник тем, что полчища микробов, полчища грибков уже циркулируют у вас в крови. И все это вызывает. Ну, что там, строительство тела, спорт, видите, вот этот. Это тут 135 килограмм я вырвал, а вообще-то я рвал вот так вот 160 килограмм. Мастер спорта по тяжелой атлетике. Вот я начал заниматься, это где-то 69-й примерно год. Вот такой вот, видите, стройняшка. А потом уже в 75-м где-то году, вот это такой, в 76-м я уже где-то под 110 килограмм. Такой уже богатырь был. Да, ну тут что там, как тут заниматься. Вот, вот такой вот уже был могучий дядька. А потом, когда начал заниматься я оздоровлением, вот смотрите, все это сбросилось. Вот такое вот состояние. То есть мы можем, знаете, без всяких вот отвисаний и прочего-прочего регулировать себя. Ну вот, сейчас я, ну, так, в каком-то своем среднем состоянии, не собираюсь ни набирать, ни сбрасывать. Так, а вот это, смотрите, снимок слева сделан сразу после 40-дневного голода. Вот я какой, да? А справа через 40 дней после восстановления. То есть я восстановился. Можно так. Вот я таким был. Тело стройное, рельефное. Это как раз родился сынишка уже. Тут ему где-то годика три, наверное, вот такой, видите, я вот был. Такой вот такой парень. Кстати, на ютубе смотрите мои программы «Целебная кулинария», их уже 70 штук. Далее, теория, практика, самоздоровление. Опять, значит, история, секрет психической энергии, тут почитайте. Откуда что поступает. То есть, это такие интересные вещи. Работа с сознанием – главный двигатель в создании мощной психической и жизненной энергии. Видите, я даже проскакиваю 10 минут просто-напросто. Мне не хватает, чтобы полноценно представить, так сказать, газету, рассказать все, что там вот нужное, важное, полезное. Но это вы сами можете почитать, подписавшись на нее. 5 рублей номер газеты.